Русские шпионы играют, наверное, здесь. Ляп, ляп, мне пиздец. Как это получилось так, блядь? Саш, что-то ты начал сильно нихера ничего не делать. Да, что-то какой-то кошмар. Хорош, зарандомил. Кираси. Stick together, team. It's your team, sir. Блять. Хе-хе-хе. Взяли вертал, выйдись. А, Олег, ты за врагов играешь? Лол. 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 Сука. Динамит побоял. Так не упал. Я не знаю, что лучше было, ты стал свет ты или как-то. Что? Олег, как ты меня убил, интересно? Не знаю. Пойдем. Гипотетически. Рома. Речь, речь. Где был? Просто ползи прямо. Я просто полз и упал плашмя на землю с лестницы. Так, значит, у Ромы проблемы 5, с лестницей. Вот, я тебя продамажил, а потом ты себя добил. А, понятно. И мне это зачитали. А, Рома, давай надо, ты за мной. Все. Взрывам посилки! А, вот ту хуйню. Ладно. Я понял свою ошибку, я ее признал. Сейчас вот сюда. Зараз тебе допадне, швабска малпо! Заходим. Ждут. Не ждут. Пьепшени фашисти! Брать нужно, Ром. Блять, пиздец. Блять, Баки, сука. Я не успел, его зарезал поздно, блять, в шапку. Тихо, 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 тихо. Тихо, ты враг? А, да, враг, ебать, похуя себе. Саф, осторожно, там человек. Блять, еще. Действительно. Сука, да что, куда? Откуда вы тут все, блядь, взялись, ёбаный рот? Мы что, я Бакиса не успел в лол написать, блядь. Динамит. Смотри, что кому-то нравится зерни со снякарте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что там делал? Это моя точка. Скажу тебе, что это. Да, двери не было. Промазал чуть-чуть. Там... Рома, мне нужна помощь. Любимая будочка Андрея. Блядь, нихуя там ты в мою башенку, блядь, набежал. Ничего себе, это вообще... Откуда ты знаешь, что твоя башенка? Ну, два человека сидят. Кто тебе такое сказал? За стенкой. Мало ли где-то чья башенка вообще. Там справа на барканах, блядь, кто-то. Сука, хороший выстрел. О, Зиамал зашел. Ну что сейчас, что это Зиамал вдруг? Рома, мы остались в меньшинстве. Нас всего лишь 4, Рома. Мы должны держать. Я умер, сейчас я придумаю. Должны держаться, Рома. Ничего себе. Ух, блядь, сколько народу, ты ёб твою мать. Ёбаный штык. Ёбаный штык?
Я пока одевал, у меня. Входит один по центру. Хотя можно ли ходить по центру или нет? Довольно спорно. Я спиздил, сука, гранату, идите нахуй, блядь! Да вы заебали! Рома, держи там, да, слева. О, блядь. Блядь, не пиздец. Брат, иди. О-о-о! Нет! Боже! А, хорош. Рома, лево твое. Уже не его, уже мое. Патрон нету, мне пиздец, блядь, я перезаряжаюсь. Папара, папапара! Рома, как так получилось, Ром? А, это ты удобно. Динамит, все-таки по зоне, но не в том месте, я ожидал тебя видеть. Оббегает слева, внимание. Красиво. Плохо, что мы все в одном канале сидим, наверное, поэтому. Да, да. Ладно, это по приколу. О, блядь, пронесло. Тебя Олег, что ли, пронесло? Да. Осторожно, там Олег, пойдем его резать. И здесь серьезно играют. С другой стороны только его обходи. Секундочку. Что значит секундочку, блядь? Что значит секундочку? Да как? У меня прям штык туда тебе в грудь прям входил, вот так вот, в грудь прям. Ой! Рома, там жив, жив еще, Олег. А, отлично. А, это правильно сложил, сложил, тебя зарезал. Забегает в дом, в противоположную расщелину. Да понять не могу, ну это... А, ну почти пулемет. Блять, что ты будешь делать, сука? Пошли ты. Второй этаж. Опа. Хуя. Нихуя себе. Чё? Морозный, блядь. Здравствуйте, блядь. Йо. А вот и мой шмайсер. Сутулятся. А, Division СП не взяли. Редкая ситуация, когда Observation Post не взят, а Division СП взят. Собаки сутулые, блядь. Так, присутствуй опять. Пулемет разложен дальность слева на экспауне. Морозный недоволен. Disgusting пишет. Disgusting. Сколько там сидит? Ай, да-да-да, сидит. Занял. А он спустился в ритер. Ёб твою мать, ну. Ну чё, все его на штыки посадить хотели? Убили негров. Кстати, присутствуют мужики. Да, присутствуют. А клумба-то где? На втором? Тут закидывают гранаты. Так. Сука, морозный пидор. Я, понимаешь, я же знаю, что делать. Я такой. Ну давай, молодец, да. Да, это хорошая система, давай. Только докей. Блядь, тебе пизда. Да нет. Взрывчатка, бегай. Как взрывчатка, блин? Пока. О, меня кикнуло, что? Ты взрывчатка взорвался его, и поэтому я кикнул. Ну что, ой. Видно. Сейчас камера. Теперь я еще подумаю, кто у меня свой. Там думал, если меня задавит, то может пробежать, блядь. Сука. Так, у меня присутствует наш церковь.
Где-то немец убежал, я видел. Так, Став, ты все там же? Только на первом, сейчас поднимайся. Второй пройдем слева, второй этаж. Блять, зашли в церковь. Почему я сижу 5 минут на одном месте, ни одна сука не заходит? Только я начинаю менять позицию, блять, все с рук сразу начинают умирать. Я убрал его. Какого? На зону, я видел, на площадь забежали двое. Угу. С дальней стороны. Там спартан справа хуячит. Портану пизды, всех остальных в изолятор. Темп изолятор. Ой, лови, сука. Центр площади. Так, и в чёрч пойду. Один друг лежал на площади по центру. Не факт. Игорь написал, зашёл. Я дырку в твоей жопе. Давай, Олег, я чёрчу пойду, защищаю. Мне кажется, они сейчас пойдут на чёрчу. Окей. Держись, Олег. Спасибо. Говоришь, как будто тут один Олег играет, блин. Дима, давай, Дима, я в тебя верю. Только ты можешь помочь нам. Что-либо сейчас исправить. Блять, Спартан, сука! Он меня просто затрахал. Он ходит на эту точку и ловит тот момент, когда я... Блять, где он стоит, этот пидор, блять? Вон она, дрочище, эта хуйня, блядь. Я сейчас приду тебе, блядь, твой пукан, блядь, разворачу, блядь. Да заебал. Хуйня эта пулеметная ходит, блядь, заебала, от руки стреляет. Какая разница, твоя, а не твоя. Блядь, вон Спартан где-то справа хуячит. Ну, короче, смотри, Сав, вот где это здание с арками. Понял. Бежит по направлению к центру площади. Сейчас выгляну, я на втором этаже. Где там Игорюк? А, понятно, я тебя видел. Что за мудаки? Потерпи нас. Мудака узнает всяк. Да, я видел, ты выскочил из угла. Спартан, это Спартан. Это он с пулемета сейчас. Сейчас он придет ко мне. Если вот этот пулеметик возьму, блядь. 40 секунд. Хочешь сказать, что это вид, но все, что может быть. Но мы отстояли. Да. 33. Я церковь сейчас отобью. Олег, держи площадь. Где-то слева пупус меня подстрелил. Двадцать два у меня. Олег, 54, блядь, вообще.